Всем привет, мои дорогие друзья! Какс! И у нас задание «Как стать ютубер-блогер на нашем канале». Итак, правило. Первое правило такое, третье и четвертое. Сочетание правил. Так, первая версия. Какое первое правило? Александр, читаем. Набрать 7 подписчиков. Это первый уровень блогера. Это первый уровень блогера-новичка. А там... Ой! А там... Второе правило. Читай. Снимать свое лицо. Если не будешь снимать свое лицо, то подписчиков не будет. Да. Даже лайков, даже одного лайка. Хоть даже одного лайка и то маленького не будет. Угу. Если не подписываться на наш канал, то у нас видео ночью никто не подпишется на наш канал. Нет, а никому медали не можешь. А третье правило висит. Вести себя в видео прилично. Как раз это кое-кто и забыл. Ноги на стол заворачивают в видео. Нет, это я не буду делать. Ладно. И четвертое правило последнее. Вот именно. Не снимать компьютер или какой-то ноутбук. Иногда, может, нельзя это делать. Надо запомнить все это правило. Ничего это не делай. Вот именно. Поставьте лайк. Ой, что это? Не трогай. Что это? Книжка какая-то? Правила видео. И знак тут был. Ладно. Сама напишу. Стой. Поставьте лайк. Подписаться. Поставьте колокольчик. И оставьте комментарий в это наше видео. А с вами я. Вальцев Даш и Олеся Ухалова. Мы с вами были Олеся Ухалова, Иван Сабадаш. И всем пока-пока.